становимся в атхану Шванасану. И смотрим, а что у нас пяточки касается пола сразу. Получается. То есть это один из показателей раскрытия подколенных сухожилий. И с задней стороны ног от пяточек до седалищных выступов. И дальше мы раскрываем плечи, мы не проваливаемся, а толкаем плечи к голове. Вниз. Отстроили ноги, поднялись на носочках вдох, мягкий перекат вперед, выдох. Пальцы стараемся держать вместе, большие пальцы под 90, я периодически растопыриваю пальцы, потом расскажу почему. Мизинцы, Лиза, прибавь, а большие пальцы разведи под 90 градусов. Опору сделай. Вдох, темя. Перекат назад, выдох. Не забывайте включать пресс. Вдох, перекат вперед. 7 спокойных ровных циклов Чатуранга Дандасаны. Держим. Выдох, грудь. И заключительный таз пошли вверх. Держим таз вверху. Подали дальше. Подняли пальчики, стоим на запястьях. Уртхва Мукха Чатуранга Дандасана. Ой, Уртхва Мукха Чатуранга Дандасана. Вдох вперед. Перекат. Отстроили. И теперь спокойненько, ровно. Пробуем сделать 5 колец. Спокойно, ровно стараемся грудью уходить ближе. Помним, откуда мы засасываем и куда толкаем. Сбалансировали два потока. Ноги прямые. Голова вверх. На уровень таза. На уровень таза. Еще, Андрей. Еще выше голову, таз ниже. Еще таз, уйди вниз, тазом. Стоим. И вот покачались. А потом мягко перелили. Голову свесили, поставили на пол с выдохом. И ручками не нагруженными ушли, дальше за голову. Натянули носочки, пяточки подтянули к полу.